Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение в World of Warcraft. Так, и сегодня решил я поиграть за нашего любименького жреца. Жреца. У нас жрец уже с вами 70 уровень, ё-моё. Регаемся в случайное подземелье Лич Кинга. Хилом. И, возможно, даже ждать будем не очень долго. Что, кстати, было бы очень хорошо. А может, я и погорячился с тем, что все будет быстро. Хрен его знает. Так, пойдем пока выбежим отсюда. Бежим. Кстати, может, меня там позвали в данж, не? Не, еще ищем одного ДДшника. Окей. Пока ищем. Можно глянуть, что тут на почте. Письмецо, можно его ваншотнуть. Так. Кстати, чё у меня? Гербовая накидка никакой вообще нет. Нехорошо, надо бы что-то взять. Кстати, а что у меня по репутации тут? Так, ТБЦ, каратель. А где у меня тут хоть... Ага, вот Огримар есть, дружелюбие. Да, конечно. Чё-то я как-то особо не покачал. Надо было. Когда по классическим данжкам путешествовал, нужно было взять с собой накидочки немного, все бы это дело прокачал. Так, едем вверх. Что ж там так долго? Где ДДшники? Что за подстава? Нет ДД. Обычно нет танков, еще кого-то, а то... Что ищешь? А то нет ДД, вообще прям нехорошо. Засейвить. Меня тут кто-то... О, даже кто-то квест. Нормал. Окей. Недолго все-таки пришлось ждать. Отправляемся в данж, а их и танка нет. Ничего, ща обождем. Может, подтянется. Ну, танку уже было бы самое время появиться. 10 секунд осталось. Однако. И сколько ж нам ждать следующего? Хорошо, хоть быстро. Отлично. Так, ну что ж, всеми любимая крепость Утгард. Как же без нее, да? Что у нас здесь? Рыцарь смерти, жрец, разбойничек и орк-воин. Так, ну я думаю... прорвемся. Главное, чтоб воин держал агро, а там все будет норм. Главное вспомнить, как хилять. О, уже вспомнил. Так, давайте обычное исцеление колдую. Так, крутим педали дальше. Пошел. Ну, мана, в принципе, вроде ниже 90% не проседает. Поэтому, думаю, все будет нормально.
Держи. Для дефа тебе. Только что-то разбойник и ДКшник выхватили какие-то штуки нездоровые. Давай быстрее побежал. Молодец, пацан, чуть в стену не врезался. Так, 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 я стану здесь. Ой-ой-ой, там нехорошо. Хотя нет, в принципе, все норм. Всех поубивали. По 3000 опыта за моба. Вообще персик. Было бы, конечно, хорошо убивать всех мобов. Ну, это отличный план. Еще и этого притянем. Так, я ушел. Фейд. Меня нет. Так, даю массовую. Замечательно. Воин к бою. Кстати, где мой воин? Если я не помню, я вроде создавал воина, но что-то как-то... То ли он не зашел, то ли... То ли я просто забыл. Не пойму, откуда разбойник урон получает. Вперед, вперед. Так, замечательно. Там вроде бы... Вроде бы идем. Держи. И пошел под вперед. Уноси всех и вся. Так, ну понятно. Походу у разбойника просто крайне высокий урон. И он переагривает. Ну или танк банально не справляется с агро. Ибо как-то все оно странно так. Ваша кровь принадлежит мне. Да-да-да. Так, держи так. И пошла жара. Не так быстро. Меня нет. Отлично. Так, башка. Ух ты, слушайте, башка на 20 духа. Это, конечно, сильно. Я ее кину. Хотя мне она, в принципе, не нужна. Но. Вещичка неплохая. Раз. Два. Три. Всем раскинул. Конечно, блин, разбойник этот напрягает. О, отношение Гримара. Все-таки да, все-таки накидочка дает. Дает о себе знать. Пошла молитва. Раз. Бежали. Кто-то там даже руду решил подобывать. Так, что у нас здесь?
Ну, здесь можно было бы и обойти, но наш танк решает этот вопрос по-другому. Получай. Инстант такой. Жаль, энчантера у нас нет. Блин, что ж я делаю? Не на того плюшечку дал. О, щит пошел. Танкист, догоняй. Ох, там. ДК вступил. Вступился за нас, слабеньких таких. Обновим ДКшнику. Дадим азот воину. Чё-то воин как-то странно таки держит. Держит хил. Ой, боже мой, хил. Агро. Но... В принципе, спасибо на том, что держит, да? То если б не держал, была бы вообще беда. Пошел воин. Давайте. Кину еще себе отхил. Да и танку не помешает. А вот и два босса поносса. Калрон, хватит ли у тебя смелости атаковать вместе со мной? Конечно. Зачем? Пошел отхил. Еще один. Недоумок. Лучше сразу полезть на рожон. Ой-ой-ой, что нехорошо там воину. Не пойму, кто атакует мага. Ну ладно. Чё у нас здесь? Кожа, кольчуга. Всё, не откажусь. Воин побежал. Беги впереди. Агри всех подряд. Даю рыньюшечку. Ещё одну сюда. И сюда. А мы бежим дальше. Воин. Ах, блин, воин. Давай. Пошел. Впереди всей планеты. Да-да-да. Прохилка. Сюда еще одна. Кстати, себя бы тоже не помешало бы хильнуть. То так можно и помереть в ответственный момент. Где танк? Танк, догоняй. Я там пойду еще кого-нибудь загрю. О, как раз то, что нужно. Где там танк? Танк, давай скорей. На. Всем по хилочке. Воин. Ходу, ходу, ходу. Кстати, наверное, нужно зелень эту все-таки собирать. Я смотрю, тут он 11 золотых дают за обычную палку. Это, в принципе, очень даже неплохо. Я раньше как-то по старинке отказывался, чтоб не засирать себе сумки. Но когда они, блин, столько стоят,
раскрашу свое лицо! Ох, что-то тут у нас мальца залагало. Моя жизнь. Но уже отпустила вроде. За Бога смерти. Ингвар, твоя неудача послужит предупреждением для всех. Ща кинем колодец еще на всякий. Проклят! Восстань и исполни волю повелителя. Все, пошла жара. Еще один шаг. Ничего это. Ну. Раз, два. Держи инстант. Пошло колдовство. Замечательно. Браток, подъем. Не откажусь. И... Оп. Замечательно. Так, ну что ж, друзья мои, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Увидимся с вами совсем скоро в следующей серии. Всем пока, друзья!